Итак, мы тут мы поели и у нас железо пекло. Сейчас сделаем блок, железный блок, и поставим его куда надо. Так, смотри. Па. О, монумент победы. Да. Уже да. 2/19 выполнено. Да. Так, сейчас надо себе сделать броню. Брань. Неплохо бы. У. Брань У. Да. Ты делаешь два комплекта? Да, но я только один нагрудник сделаю, потому что у меня алмазный. Ах ты! Я чуть не сделал вагонетку, но, к счастью, я вовремя остановился. Вагонетка. Вагонетка. Так, короче. Это все хрень. Так, так. И короче, вот эта хрень. Вот это и вот. Мышь, что ли? Да. Это хрень. Это оставлю. Хотя, я хочу сделать тебе инструменты. Инструменты. Тебе тоже сделал, да? Да, железные. Да, железный. Зачем у нас две каменные мотыги? Ты что, дурак, что ли, случайно две сделал? Да. Так, вот оставлю даже, вот это все уберу. Так, короче, на. Меч! У меня не было меча. У тебя вообще что-то никого не было? Нет. Ну ты вообще бамж. Бамж. Так, одна стрела. Норм. Заскриню это, понял. А, кстати, я про ведро совсем забыл. Это же офигенная вещь. Не только что то, что воду можно там на лаву скидывать или ферму делать, но лаву на монстров. Да, набираешь лаву и на монстров вливаешь. Да. Только надо выливать на конти блок, да? Ну да. Так, у меня ведро воды есть, теперь пошли в библиотеку. Лаги. Так, библиотека у нас вот тут. Сомнение — это открытые врата, через которые проникают самые смертельные из врагов. Ясно. Вообще прям так все ясно, да? В принципе, так не ясно, вот вроде мало. Железо. А только железной киркой можно золото сломать? Да. Ну, от железной я имею. Да. Еще это огонь, у меня еще и лагает. Да. Так. В мрачной темной черноте есть только мрачное и темное. Там крипер. Ну ты понял, что тут написано? В мрачной темной черноте есть только мрачное и темное. Ой. Кэпы собрались. Блин, а там буквы не допечатались. Где? Там спаунеры, я. Справа зомби те. Пошел он нафиг. Мне насрать на него. Я пошел к спаунерам. Я вообще не советую тебе идти к спаунерам. Почему? Ты бросишь меня. Тут же все легко. Я их вниз скидываю просто и все. А, пауку, убей, умри, то есть. Я буду на месте стоять. И мечом прикрываться. Так, чао. Так, один спаунер сдох, осталось еще три. Зомбак! Я их вниз кидаю, они умирают, когда вниз падают? Какой зомбак? Ну, конечно, ты посмотри вниз, там лава. Нет, сзади... Ай! Я прям, короче, на шифте на краю стою. Я вижу. И он такой, я такой, нет! Я буду жить! И так его так... Пошел вам! Так, тут скелет, мне на него насрать. А, может и не так уж и насрать. Умри ты, пожалуйста, но я тебя прошу. Раскатывай. Так, осталось еще два спаунера. Да, блин, эти зомби! Так вниз не упади, я ни в коем случае. А, так зомби это легко же, особенно если ты в безопасности. Да нет, я-то назад иду. Ну вот именно, там ничего опасного же нет. Зомби! Ай! Ой, они меня окружили! Ай! Ты бы видел... Уф!
Куда они шли, а? Закрой, заблокируй там проход, а? Да какой? Вот оттуда они справа идут. Они не только справа, но и слева. Значит, заблокировать надо дома, везде. А знаешь, у меня какая идея есть? Заблокировать? Да. Вот так вот сделать. Вада! Так. Это именно вада. Только бы, чтобы она получше распространялась, поэтому я вот так ее сделаю. Ой, зомби! Нет! Я справа заблокировал, а ты слева нет. Я тоже тут заблокирую. Вот смотри, видишь, никто не идет. Да. Ну а зато спереди будут идти. Как, что лучше нам сделать лучше? Взять человека, который в самом низу и окружена лавой, или пройти через лабиринтик? Пройти через лабиринтик. Ты просто так сказал, в самом низу, которая окружена лавой. Поэтому сейчас надо будет очень аккуратно. Ааа, чуть меня чуть не скинули. Да-да-да. Всегда весело заблудиться в книге. Чё, ты знаешь, как пройти лабиринт? Нет. Я чё, помню, как каждый поворот. Я помню, что тут есть спаунеры. О, зачарованная кожаная броня. Иди, я буду на шару ходить, да? Я тоже. Я слышу, что тут есть скелет, я его вижу, я его убил. Если типа... ты пошел по верному пути, а я нет. Почему не обязательно, не везде там. А ты факел тут поставил даже. Я везде ставлю, где я был. Так, это чё у нас? Так, я где-то. О, я нашел шерсть. И тут ловушечка. Ой, я броню нашел кожаную куртку. Я нашел каменные инструменты и еда. Низкий, это хорошо. Еду надо взять, а ловушку я обезрежу. Все, ловушки. Где шерсть нашел? Я пошел куда-то вообще на шару и нашел. Я в анатуре, я вообще в первое попавшееся направление пошел. Это ты? А, это не ты! Скелет! Ты меня со скелетом перепутал, ты меня оскорбляешь. Вот я. Вот всё, я. Пошли отсюда. Только не отходи далеко. Сейчас пока тебе картошечку съем. Все, вот тут выход. А! Нафига я свою единственную стрелу потратил? Сейчас погоди секундочку. Ладно. Зомби. Зомби! Ты где? Я тут, я рядом. Вот тут скелеты. Ты даже не отходил. Ага. Так. Я тут тоже оба прохода заблокировал. Но тут желательно сломать спаунер, который опять же вот тут наверху. Наверху. Да. Что ж, одну из шерстей в этом месте мы взяли. Это было крайне легко. Просто прям пройти по лабиринту, блин. Да. Остальная, вторая шерсть, она тут, блин, они идут. Легко будет. А, да, они сверху, там спаунеры. Убей. Ой, их. Тут их два. Убей их, блин. Убей их. У меня стрел нет, они меня сейчас убьют. Наконец-то. Чё, наконец-то? У меня стрел нету? Да. Ты вообще, ты плохой. Почувствуй себя мной. Быть только с мечом и плакать. Да. У меня лук-то есть. А, это ты, я думал. Опять ты думал, что это нифига не я. Там сверху скелет. Я знаю, там как раз их не спаунеры. Я к ним спаунеры. Как раз... Спаунеры. Убей его. Вот тут зомби. Я его убил. А я убил зомби. Сколько нам еще шерстей? В этой зоне одна.
Вот самое начало. Эта зона сегодня последняя будет, что ли? Не знаю, мне кажется, мы ту пройдем, где мы железо добывали. Да. Вот ее тоже пойдем, там одна всего шерсть. Да скелет, вы мне даже подойти к вам не даете. Во, наконец-то. Минус 2. Все. Больше спаунеров нету. Теперь надо идти по тому водопадику, который я сделал. И надеяться, что монстры нас по дороге вниз в самый низ кинут. Чё? Скелет сзади стрельнул меня. А. Так, знаешь, что я сделаю? Что? Пусть он тебя стреляет. Нет, подожди, знаешь, что я сделаю? О, шерсть. Да. А нафига ты отсюда взял факел? Вот так я сделаю. Может, не ты. Но я его сюда ставил. Это скелет. Скелет взял факел, да. Ну что, ты не боишься идти вот по этому водопаду вниз? Я только боюсь своих лайков. А. Давай вниз пошли. Ай, тут крипер. Я умер. Да. И все в лаву. У меня на глазах всё в лаву. А я не умер, офигеть, я как-то приземлился. Там же направо надо идти, да? The Blackened Library. И дразнить говно. Дразнить говно. Я, короче, около шерсти. Я, короче, её взял. Я, короче, оранжевые. Я, короче, все свои вещи просрал там внутри, ну ты понял. Так ты же не в лаву. Так вещи-то в лаву упали, я прям видел. А. Блин, теперь надо обратно наверх залезть, прикинь. Петухи, бывшие петухи меня стреляют, прикинь, да? Я даже подойти не смог, Дим. Да ладно, насрать, мне кажется, у нас железо еще же есть, не более его там еще все равно в этой яме. Дофига, если что, еще добудем. А сейчас надо просто отсюда выбираться с шерстью и все. Не аду. Найду же. А кого ты найдешь? Скелета. А, да пошел он нафиг. Хватит умирать. Ой, я где-то. А, я тут тобой... крипер! Тут крипер, говно. Крипер, говно. О, систанианский боевой знак, уровень 3. Че? Острота 3. Ну, это табличка. Чё? Зомби, чё? Да хватит вам падать на меня! Ты говно, понял? Да ты тоже говно, вы все говно, и ты крипер тем более! Как я вас ненавижу. Одни говнари, ей-богу. Вообще. Ла-ла-ла-ла-ла. Одно бескультурье. Ты если там сможешь мои вещи подними, хотя я не знаю где они. Так ты же сказал, что они в лаве. Я тебе поверил на слово. Некоторые может. Зомби! Некоторые. Прям на меня упал. Кто вот такой The Sasha Kill? Чё? Да ничего. Еду на соревнования. Думаю, вы. Пукрипер! Пукрипер! Пукан. Он мне на голову упал. Это, по-твоему, нормально? Норм. Надеюсь, до сих пор не выросла. Она вроде тогда так неожиданно выросла. Скелет. Откуда? Вот он, говно! В натуре? Прикинь, да? В натуре. Значит, в натуре. И крипер еще где-то. Если не мои лаги, я бы там выжил, наверное. Да. Ну-ка. Скажи мне любой цвет. Да. Любой цвет, значит, Бразилия будет. Ну просто тут есть зелено-желтый пластинка. А. Зелено-желтый пластинка. Стоп, а чё за Бразилия? Так такой пластинки нету. Это флаг Бразилии. А. Вот ты говнище! Ой, так качает.
хе. Так. Ура, неужели, блин? Я выбрался! И прям около той шерсти, которую я поставил, стоит крипер. Прям вот рядом. Опасно. Прям вот в соседнем блоке стоит. На тебе, крипер. Нет, музончик играет. А я его скинул в огонь. Сейчас послушаешь музончик. Да, и поставлю две шерсти на монумент. Хотя нет, одну из них я тебе дам. Ой, спасибо. У нас случайно нет золотого блока? Нет, откуда? Мы сейчас золото не находили, мы его только на третьем перекрестке найдем. Ой, я еще не туда пошел. У меня тут дискотека. Мы здесь танцуем с парнями. Вард. А это же та самая музыка, которая играла, когда мы в тех картах боссов убивали. Ты помнишь ее? Это которая это. И сушители, которые были, что. Не сушители, а скелеты и сушители. Не только скелеты, а все боссы, те, которых мы убивали. В первых двух картах там потом вот эта пластинка. Так, тебе какую, оранжевую или сиреневую? Сиреневую, покажи мне. Сиреневую. Пурпурная. Ну, у тебя перевод. Она третья самая. Самая третья. Да. Давай, стой. Не фрейд. У тебя лагает. У тебя голос лагает, опять же. Да? Да. А хотя уже нет. Ты ставь ее. Эй. Да блин, неполадки в интернет-соединении. Да. Чё у тебя опять? Инет, что ли? Да, где шерсть? Ща я тебе дам. Она валялась просто там. Поэтому. Я украл. Чтобы она не диспаунилась. Ставь давай, пока у тебя снова инет не вылетел. Я хочу по обычному поставить. Да ставь как надо. Чё ты делаешь? Танцую. Да. Ставь давай. Ты не дотягиваешься. О, вот это хорошо. Это я понимаю. Это вещь. Так, ну что, короче, пошли в ту зону, где было железо и все эти гасты. И все, да? Да. Так, пошли. В ту зону. Только у меня пуст. В смысле, ты пуст? А, у тебя же все сдохло. Ну да. Так, о, как раз железа хватает на полный сет железной брони. Даже на меч? Только на броню. Че, мышь, что ли? Или Криса? А, вон. Так, на... Где я? На. Ладно, похожу с броней, буду кулаком бить. Вот это... Ой, стоп. Хлеб! На. Ой, как кидает-то. А мечи бери каменные. Как бичу кинул. А после. Мечи у тебя есть каменные? Откуда у меня вообще? Я пустой, пацан. Ладно, я сейчас сделаю все. Сейчас я все сделаю. А кирка тебе надо? Кирка? Да. Мне? Да. Да и нет, вроде. Почему? Ну да, надо, конечно. У меня вообще ничего нет. Сейчас будет. А знаешь, что у нас есть, Дим? Что? У нас есть костная мука. Ну ладно. Сейчас вырастим дерево, может. Как хочешь. Не хочу. На. На. Ой, спасибо. Ой. Что, давай. Две стрелы, конечно, это не прикольно. У нас уголь больше нет, да. Я дерево возьму, если что, сделаю там факелов. Бревно. Кто? Куда сейчас, налево? В Тенниес Кристалс, да. А, нет. Прямо. Налево это спаун. А-а-а!